Всем привет, с вами Дарриди. Всем привет, с вами Злой КТ. И мы играем в игрушку Террария. Вот. В этой серии мы решили нарваться на босса. Попробовать его сделать, так сказать. Сейчас пойдем делать демонический обряд в алтаре. Так. А, еще обряд надо сделать. Угу. Понятно. У нас есть и предметы для этого. Я ни хрена не вижу. Мы опять на ночь глядя куда-то поперлись. Ух ты, червь. Я его убил? Да. Ни хрена себе. Хорошая вещь. Слушай, там где мы можем найти... Короче, нам придется прыгать вниз, ты знаешь это? Так, ну сейчас прыгнем. Теперь я эту руду могу добывать, классно. Это не руда, это... Ну, это херень, короче, фиолетовый. Блин, я ничего не вижу. У меня есть какой-то... Так, какая-то херня, которую я выпил. Я не знаю, что сейчас со мной будет. Блин, где что? Все, мы сделали это. Что сделали? Обряд. Сейчас этот выйдет монстр. Как ты сделал? Что-то даже не понял. Мне нужно его еще призвать. Призвать можно только ночью. А, ну сейчас ночь будет. Уже ночь. Круто. Так, мне надо. Мне кажется, надо тут все. Иди сюда, демонит копай. У меня есть когти, сейчас я попробую залезть. Так, ты где вообще? Так, ну какого хрена ты удочку достал? Копай, слышишь? Демонит прям под тобой, это синяя руда. А, вот, сейчас забуду. Почему-то у тебя уже 140 здоровья, у меня не так много. Потому что я сердечко жрал. Следующее сердечко найду тебе, отдам. Я ну навсегда здоровье. Да. Круто. Короче, прыгай вниз. Так, мне сначала попить. А, блин. Просто прыгай в воду, тут вода. Не умрешь. Копай, окей, короче, вниз. Там что-то интересное, да? Это... темная сфера. И не забывай это воздух. Так, я сижу. Так, знаешь, что мне сейчас надо немного перекусить? Потому что у меня здоровья мало. Так, сейчас что-нибудь съем. Ну, давай, кидай. Господи, зачем ты вот. Я имел в виду. Ладно, забейся. А что ты хотел? Давай, короче, вниз спускаться. Ты хотел воду сначала согнать? Почему я умер? Ты захлебнулся. Да? Я ж вроде следил. Ладно, сейчас прибегу. Я что-то отвлекся немного, ну. Хорошо. Сейчас мы быстро догоним. Ужасающий холод спустился к тебе. Так, ну что ты там призвал? Какой призвал? Я разбил сферу. И должен что-то произойти, да? Босс призовется только после третьей разрушенной сферы. А, еще две должны быть. Ты знаешь, сколько боссов в этой игре? Ты просто с ума сойдешь, если все перечислить. Ну, штук 20? Штук 15. Ну, почти угадал. Блин, я застрял под водой. Я нифига не вижу.
Блин, ночь-то скоро кончится, так что мы не успеем призвать босса. Да мы потом призовем. На следующую ночь. Раз сейчас уже. Спрыгивай ко мне. Давай прям с тобой. А, прям. Блин, я что-то пропустил. Тут вода мне. Правда быть аккуратнее. Сильно зацепляется. Вниз, ну, идем вниз. Прикольно, ручей так. Ёлы-палы, надо копать, да, куда-то? Угу, вниз. А, короче, сначала прокопай вправо, чтобы вода слилась. И это тоже скопай. Вверх, да, не надо? Быстрее копай, копай. Блин, перед собой вот эту фигню вскопай. Так, ну, я не вижу ни хрена. А, вот. Все, вроде, да? Нормально. Да теперь так. Копай к сердцу. О, к сфере. Ёлки-палки, это кто будет? Червяк. Блин, нифига не видно. Ой, сейчас нормально. За воздухом следил. Сейчас хорошо. Это маленько осталось. Кстати, у тебя тоже хорошая кирка. У тебя, по-моему, даже побыстрее, мне кажется. Не, я копаю не эбонит, я копаю снег. Так, не забывай, слышишь? Я вроде слежу. А чем ее разбить-то можно? Воздух пополняет. Сейчас, бегу. Ты мечом ее разбиваешь? Ох, мое любимое оружие вообще просто. Оружие на все времена. Какое? Сейчас. Кактус? Короче, туда копай, слышь, вниз. Еще к этому сердечку. А их всего тут три, да? Я опять их не вижу. Немного залез. Тоже так просто не доберешься, там нужна специальная кирка. Вдохни на воздух. Окей, вовремя. Мне одна буквально осталась. Хорошо, но эта серия уже интересная, то есть. Самого босса посмотреть. Я их видел, я их убивал. Блин, ты всех убивал? Да. Вообще прям всех? Прям всех-всех. А что ты даешь? Нифига ты, монстр. Ну, мне сколько часов в террарии? И ты один их? Да. Есть. Ну, вдвоем будет проще. И темнота такая. Вот босс. Это босс? Что-то происходит. Офигеть, как он здоровый. Все, мы посрали босса. Почти победили. Какой почти победили? Вот он убивать. И убивать надо. Так сколько в них вообще? Он нифига здоровый, он длинный как. Как не знаю что. Офигеть, нифига, он сейчас к нам может прийти. А, ну оружие же у нас ничего не теряется, так что я думаю, мы его легко победим. Вообще-то... Подожди, у тебя музыка тревожная или какая? Да нет, такая веселая. Тын-тын-тын. Значит, он посыщет. Пойдем. Где он? Пойдем посмотрим, что у меня теперь есть. И что у тебя должно быть? Ну, налево иди ко мне, что ли. Давай его добьем-то. Да он уже сбежал, он когда убивает всех игроков живых, пока все мертвы, он сбегает. А, и что, его опять призывать надо? Да. Офигеть.
Можно либо призывалку сделать, крафтить на алтаре, либо что-нибудь еще замутить. Короче, смотри, знаешь, что у меня теперь есть, смотри. Только будь аккуратней. Хорошо. Короче, это призывалка босса. Он сейчас тут появится? Нет, если ее использовать. А-а-а. Я просто скину. И сколько у нас раз? Один. Блин, надо подготовиться как-то. У меня жизни мало. Было побольше жизни. Потом у меня есть еще. Смотри, что у меня есть. Что такое? Сейчас, короче, тебе что-нибудь дам. А у меня такая же штука есть, слушай. Такая же? И что это дает? Где? Ну, у меня в этом инвентаре. Ну, посмотри. А? Посмотри. Где? Не, покажи эту фигню. А, нет, это не она. Это у тебя... Блин, они почти одинаковые. Ты их отличаешь. Это животное. Кто это? Это призывалка животного. У меня, да? У меня. А-а-а. А у тебя кусок... Как его? Блин, ну куда тогда нам сейчас двигаться? Нам сейчас нужно, не знаю, просто походим. Вроде. Ну или подготовимся к битве с боссом. Если уж реально собрались его убивать. Можно еще комнату поделать. Так, я тогда пойду нарублю дров. Хочу достроить замок. Тебе это нужно? А? Тебе это нужно? Замок? Не, вот этого. Что такое? А, ну это животное, да, призывает? Ух ты, у тебя есть эта пушка. Мушкет. Нифига себе. И патрон. Кайфово. Патроны держи. Где ты это добываешь? Да я тебе говорю, что я сломал вот эти все сердца, из них упадали в печь. Нихрена у тебя. Такая жесткая вещь, слушай, вот это вот. Самый большой что на через бьет. Кайфово. Гоп-гоп-гоп, ВП, короче. А, золотой слиток-то я ж скидывал. В этот, ты смотрел? Себе в чемодан. А, кстати, еще. Это. Смотри. Ух ты, мячик, кайфу. Типа можно играть, да, с ним? Ну да. Ворота еще сделать. Так, ладно. Так, что-то у меня всякое много, всякой фигни, я не знаю. Вот как вот сделать, чтобы сундук можно было поставить? Рядом, не знаю, как тебе объяснить-то. То есть, чтобы крафтить, у меня должно быть в своем рюкзаке все предметы, да, находиться? Да. То есть, ну да, тут нужны знания, то есть, ну, что конкретно тебе надо, чтобы скрафтить определенный предмет. Так, ну чё, куда пойдем тогда? А ты куда хочешь? Ну, вообще-то босса хорошо было бы победить. У тебя хватит? Тогда надо здоровье, да? Силы хватит? Нам надо пополнить, значит, здоровье или как-то приодеться, какую-нибудь броню, не знаю, взять. А, ну да, неплохо было бы. То есть нам надо полутаться еще. Хотя бы деревянную. Ну у меня-то есть деревянная.
Ну так одевай. Я одел вроде. Так, у меня целая куча слитков. Как ты делаешь эти чемоданы? Нахожу и ломаю. Ну или просто беру слиток любого, короче, металла и дерева и иду к этому, к верстаку. Так, любого металла, хорошо. Сейчас попробуем. И что-то ни хрена у меня нету. Ты как, ты вообще что взял? А? Нужно лед бар, лед бар взять. Такой, знаешь? А, вот, вот нашел лед бар. Черненький. Угу. Так, ну я могу сделать верстак, а мне, видимо, еще это брёвна, да, нужны деревья. А? Еще деревяшки нужны мне, ну, лес срубить. Ну да. У меня леса-то нет. Так, берем топорик и пойдем вырубать лес. Что-то у нас леса-то не остались, мы весь вырубили. Хочешь фокус покажу? Ой, я уже далеко что-то убежал. Сейчас я добегу до деревьев. Хочешь фокус покажу? Ну, давай. Короче, нужно будет зайца найти. У тебя там рядом есть заяц? Не видно. Вообще нет, но... Нет, тут всякие твари летают. Мыши. Так, сейчас я деревья нарублю. Сундучок все сделать. Может быть, достроим этаж еще один. Не надо, это не то дерево, которое нужно. Это декоративное. Нам нужно отлично. Обычное дерево. В смысле, вот это, которое я рублю, оно непригодное? Это декоративное, оно по цвету не подойдет. Блин, это ну и фикси наоборот. А ну, давай, пошли. Право. Ух ты, сердечко нашел. А, у меня такое здоровье пополнилось и все. Ух ты, утка. Это твоя? А? Утка летает. Я убил случайно. Так, лады. Страдаем мы ерундой. Подожди. Короче, нажми Escape, видишь, там, короче, два меча. Сейчас. Нажимай на них. Два меча? Угу. Не вижу. Нажимай. Почему? Я не вижу. Ну, два меча. Вижу один. Ну, который ты мне давал. Не, на карте. Около щитов. А, ты хочешь друг с другом? Да. Нифига себе, подожди, да я тойду маленько. У тебя здоровье больше. Ну и что? У тебя мушкет есть. Да выключись ты. Все. Ты как-то быстро начал. Ты ничего не успел сделать. Ты что, вырубил? Да, ну. Все, сдался. Да блин, у меня здоровья мало. Сейчас, короче, вечер будет готов. А, с боссом? Да. Ты у меня все здоровье отнял. Сейчас меня под это.
А где эта кирка? Камень воды. Кстати, а чё их боюсь-то? Так, куда мы вечером пойдем? Опять вызывать босса? У меня призывалка есть. А, именно ночью, да, ее надо воспользоваться? Да. Быстрее иди ко мне домой. Блин, знаешь, что это? У тебя есть... А, в принципе, у меня эликсиры есть. Я его сейчас использую. Да, у тебя жизнь полная. Думаешь, победим? Он слишком быстрый. Вот я из мушкета, не знаю. Одолею его, нет. Надо как-то друг от друга подальше стоять. Я буду, допустим, из мушкета бить. Он активно, он двигается. Медленно, медленно, но двигается. Так, ну, может, в крепости будет нам как-то легче. Допустим, ты по правой стороне, я по левой. И вот так будем отсюда его бить. Так, не знаю, там возьми гранаты, не знаю, патроны. Так, сейчас я разложу в инвентаре все по порядку. Снеси вот эту фигню. Так, подожди, сейчас. Снежную. Блин, так было удобно лазить. Хотя ладно, так нормально. Так, ну чё, сейчас будем призывать, да? Сейчас стемнеет, призовем. Я придумал, подожди, ты пока мне не порти, я вот буду наверху. Такую фигню сделаю. Не надо, нет. Я ещё буду убегать от него. Да господи, он... Его дома легко грохнуть. Убери это всё. Да ну кайфово уже будет. Но. Надо... Что ты делаешь? Ну ёханый баба, а? Ну все возможные варианты. Нет. Рассчитывай. Нормально, смотри, я смогу убежать, он же не будет летать, или он летает? Он летающий. По крайней мере, тут будет это. И летает через стену. Хреново. Готов? Призываешь? А подожди, стой. Слушай, ты иди на эту сторону, а я на ту пойду. Ну вот я на этой, подожди, знаешь, что мне еще надо? Все, призвал. Твою ж мать. Где он? А, нихрена, почему глаз-то? Какого хрена глаз-то? Так, бью. А! Вали отсюда. Да, блин, ты потом не так. А что мне делать? Хотя бы не... Ты хотя бы стреляй в него, а не... Я боюсь. Ни хрена он страшный. Офигеть. Это жесть какая-то. Может, звезда могла бы упасть на него, да? Если звезда упадет, это моментальная смерть. Для него. Ёлки-палки, блин, мало. А если я умру, то еще. Если я успею воскреснуть, то все нормально будет? Да. Хорошо, значит нам надо... А сдохнет? Вдвоем нельзя умирать. Так, ну пушка, все нормально, я успокоился. Блин, просто изначально как-то неожиданно было. Так, у меня есть воздух, ну конечно. Так, блин, ты, что с ним? Он еще страшнее стал. Ни хрена себе. Это жесть какая-то. Рычит, да? Жестяк. Смотри, на меня нацелился. Слышно. Вали нафиг отсюда. Сейчас нас убьет. Я еще молодой.
Нет. Чуть-чуть осталось, слышишь? Стесняйся зелье пить. Зелья. Блин, да я пью вроде. Почему ты не поставил их на слот крысу? Нет, нет. Как так? Блин, у него осталось там жизнь 200. Это жестяк. Это самое, это вообще провал. Мы оказались прям рядом друг с другом. Надо было нам как-то разделиться. Прям под конец самый. Фу. Зато было прикольно. Иди сюда, я тебе сейчас покажу фокус. Хорошо, что мы запечатлели это. Эх, я бы не радовался тут. Запечатлив то, что у нас... Провал. Почти что самый легкий босс. Да ну что, люди посмеются. Смотри. Нифига себе. Жесть, ты что сделал? Ты его в монстра превратил. Ты что, его нельзя убить? А, не можно. Блин, да ты его снежками закидал. Слушай, ну и что нам делать? Как нам опять босса призывать? Копить 6 линз. И подожди, еще хотел. То есть уже другой, да, босс призовется? Нет, это же. Ну да, давай вот это уже попробуем. Для каждого босса разные призывалочки. Да было бы у меня здоровье побольше. У тебя тут 160, да, уже, у меня сотни. Ладно. Так, я еще могу. Что-то как-то сразу же обидно стало, потому что просрали. Да нормально. Может, я сейчас вообще в броне. Можем призвать босса еще легче. О, давай призовем еще легче. Только нам нужно целая куча золотых слитков. Если быть точным, то 30 штук. 30? Нифига себе. 30 золотых слитков и... А не два, два есть золотых. А? Начало уже положено, два у меня есть. У меня есть 17. Ни хрена себе. Нас просто босс ваншотнул двоих. Да мы просто рядом оказались на одной линии. Господи. Нам надо было наоборот подальше друг от друга держаться, я вот про это и говорил. Да, но это было эпично. Ой, блин. Обидно. Это нормально? Люди будут комментировать, смеяться. Так, где гид? Вон гид. Из него много будет что-нибудь могло выпасть, да? Ну, руда. Хорошо, так, нам надо добыть слитки. Где их добыть можно? В сундуках. То есть нам надо отправляться на вылазку. Так, слушай, у тебя же есть целая куча этих... Слушай, я свой мушкет пока тут ложу, потому что у меня нету патронов. Чё говоришь? Надо просто идти далеко от дома и начать копать. Так, ну хорошо, это я умею. Тогда иди за мной. Например. Подожди, сейчас карту открою. Да, вот здесь вот самое то. Прям будет. Иди сюда. В принципе, сколько мы уже? Почти 30 минут снимаем, надо можно закончить серию и новую начать. Как раз будем копать. В общем, вот такая вот игра, ребята. А, босса мы почти что победили. Хотя бы попытались, но совсем чуть-чуть оставалось. Не получилось. А сейчас мы копаем.
В общем, в следующей серии мы будем накопим. Что мы собираемся делать в следующей серии? Накопить целую кучу золота и призвать короля слизней. Да, вот. А на этом серия заканчивается. С вами был Дарильди. С вами был Злой Кот. Всем до скорого, ребят. Пока-пока.